Здравствуйте, доктор Кук. Здравствуйте, всех приветствую. Мы запускаем новый проект «Школа гипноза доктора Кука». И сразу хочется сказать, что вы первым в Советском Союзе применили гипноз для раскрытия преступления. Расскажите, пожалуйста, что это будет за курс такой, из чего, из каких модулей он будет состоять, ну вот, для начала. Да, всех приветствую и с удовольствием, и с радостью делюсь. В этот курс входят очень многие темы, которые имеют практическое применение. Да, в модуле входят общие понятия, что за механизмы гипноза, как это все у нас работает. Вы даже себе не представляете, что каждый из вас каждый день находится в состоянии гипноза. В момент пробуждения, когда вы уже не спите, но еще не бодрствуете, узкая временная полоска. Или когда вы уже засыпаете, еще не заснули, но уже не бодрствуете, узкая временная полоска. Кроме того, вы даже не замечаете, когда состояние гипнотического транса приходит к вам. Вы едете в автобусе, проехали остановку, ваши мысли, чувства куда-то улетели. Вот и вернулись в реальность. Вы находились в трансовом состоянии. Легкий транс, но он был. Или вы на концерте. Куда-то уносит ваши мысли и чувства. Вы улетаете. Тоже. Наподобие гипнотического транса. У людей две крайности. Либо люди относятся к гипнозу как средство волшебства, либо очень боятся и пугаются. Вот развенчить эти мифы, эти заблуждения наша задача. И кроме того, можно познакомиться с практическими наработками. Поэтому, какие существуют техники гипноза? Эриксоновский гипноз, цыганский гипноз, мгновенный гипноз, разные техники, регрессивный гипноз, техника регрессивного гипноза, индийский гипноз. Самые разные, чтобы вы могли овладеть этими методами, использовать их во благо. Конечно, у нас будут модули и применение гипноза в медицине, применение гипноза для решения психологических проблем. Разные подходы, разные техники. Это увлекательно, это интересно, и это часть нашей жизни. Поэтому приходите, приглашаю вас, вы увидите и освоите очень многое. Поэтому это наш клуб, наш праздник, каждое занятие – это открытие. И наступил тот момент, когда мы можем выйти за грани реальности. Приглашаю всех и с удовольствием поделюсь своим опытом. Спасибо.